Проверки на этом объекте проходят постоянно. Сегодня, как продвигается строительство Нарвинского тоннеля, смотрит вице-губернатор Василий Усольцев. Как работает? Система организации появилась у вас? Сначала вице-губернатор по тоннелю прошел пешком, а после качество покрытия проверили тяжелой техникой. Пустили целый автопоезд. Бетон проверку выдержал. Сейчас стройка близится к завершению. Забетонировали свод тоннеля и заканчивают первый слой проезжей части. Проходку тоннеля осуществляли по скале. Скала оказалась трещиноватой, повышенной трещиноватости. Пришлось переделать проект. Соответственно, дополнительные инженерные решения были приняты. Значит, проектировщики справились с этой задачей, строители, соответственно, тоже. По словам руководителей, почти на месяц здесь опережают график. Хотя сложностей на пути на этом объекте было немало с самого начала. Основные работы в туннеле завершили. Остается отделка. В ближайшее время внутри установят противопожарные плиты, снаружи мраморные, оборудуют тоннель системой безопасности и подведут дорогу к основной трассе. Сейчас здесь работают сразу две бригады. Более 200 человек. Стройка идет ударными темпами. Основной костяк – это здесь работники ТМК, то есть тоннельно-мостовой компании, которые здесь и работали. Они продолжили работать. И честь им и хвала, что в такие короткие сроки они все-таки смогли сделать большой объем работы. По словам строителей, машины по туннелю пройдут уже в декабре этого года. А гравийку, по которой ездят сейчас, оставят как запасную. Часть рабочих переведут на стройку трассы Владивосток-Находка, остальные останутся здесь, восстанавливать дороги Хасанского района. Дарья Орлова, Максим Евсеев, «Панорама».